В воскресенье в центре Краснодара тушили крупный пожар. Горела кровля частного дома на улице Длинная. Огонь начал распространяться на соседние строения. Площадь возгорания составила 200 квадратных метров. На месте ЧП работали полсотни сотрудников МЧС. Было задействовано 15 единиц техники. С огнем справились за 2 часа с небольшим. Обошлось без пострадавших.